И всем приветик, дорогие друзьяшки, с вами Леон Лис и Варпач, в процессе к нам еще присоединится Вамп, вот, и мы сегодня начинаем цикл игры, летсплеев по Days Epoch. Неправильно? Да. Причем всем не просто... Всем привет, да-да-да. Да, причем не просто Epoch, а еще и, как он, Overwatch, то есть тут у нас не просто, у нас сейчас Лис вот уже начал меня поправлять, хотя я даже не договорил, в том-то и приколюха. Он у нас по традиции, как всегда, объясняет, что мы играем за мод, что это вообще из себя представляет этот Days, так что давай, даю тебе слово. На самом деле, ты, конечно, правильно сказал, что он состоит из двух модов, но у него есть одно свое название, называется он Overwatch. Вот, скрещен он из Overwatch и Epoch. Особенности скрещивания мода в том, что от Epoch взята система крафта, строительства, покупки, продажи, мирных зон, а от Overwatch взята боевая система, список анимаций там изменённые, и, конечно, более 700 видов оружия, а также транспорта нового. Не знаю, сколько видов транспорта, знаю вот, что оружие больше 700. Ну и, в принципе, все. Тут выживать весьма просто, тут также, как в Epoch, появляются разные миссии, тут повсюду разбросано оружие, и вся суть будет нашего, так скажем, геймплея, это построить себе базу, ну и воевать с другими игроками. Так же ходить. Первостепенная важность, первостепенная цель — это у нас построить базу. Да, у меня такой маленький вопрос. А здесь лут, по-моему, вот раньше не было такого, что лут, допустим, на столе лежит там или еще где-то. Разве было такое? Ну, было. То есть это очень классно смотрится. Позднее это добавили уже от первых дейзов. Кстати, анимация здесь тоже другая. Ну вот, да. Вот я через забор перепрыгнул вообще. У нас тут интересная такая тенденция, она вырабатывается в плане опытности наших игроков. Скажем так, Лис у нас самый опытный получается. Вообще как по Дейзу, так и через Вок он в последнее время неплохо набил себе руку. Ой-ой, на меня зомби тут уже сыграли. Как это пошло звучит, ну ладно. Да, опустим подробности. Да. Я же, в свою очередь, ну и в Days играл, и в Вок тоже немножко поиграл. В общем, в целом, как бы понимаю, о чем речь. А вот Варпач у нас, я так полагаю, вообще, в принципе, ньюби игрок. Ну да, ну как, я стрелять умею, все умею, но я играл год назад последний раз в Days. Ну, целый год прошел с тех пор, как я последний раз заходил вообще в эту игру. Не показалось ли я на фоне у кого-то слышал стрельбу? У меня из наушников слышал? Возможно, а ты там по кому стрелял? Я слышал вроде клацканье по клаве. Зомби. Да. Ой, здравствуй, Федор. Оп, нету. Я нашел хаммер, но у него нет колес. Если я найду колеса, то мы тебя очень быстро найдем. Угу. То есть тут у нас старые добрые 40 километров квадратных, и мы еще не нашли друг друга в целом. Так, я сейчас, наверное, посмотрю на карту, и мы сейчас определимся, кто где находится и кто куда пойдет. Лис, мне до тебя 6 километров. 6 тысяч километров. Так, в общем, я сейчас двигаюсь в ворп. Я уже выяснил, в принципе, приблизительно свое местоположение. Так, у меня тут полкилометра надо давить. А вы у нас где, ребята, получается? На самом, верху. Вот там, короче, есть такая красная метка. И еще вверху там Ленцбург написан. Угу. Мы встречаемся там. Так, понятно, вы с Лисом так, там. Стрельба? Это у Лисы. Блин, офигеть, сейчас я убавлю звуки, ребята, извините. Через наушники слышите, не поверите. Настолько громкая винтовка у меня. Офигеть. Офигеть. Вот, что еще стоит упомянуть. Для людей, которые вообще не в курсе, что такое мод Epoch, или, допустим, они с Ориджина немножко, скажем, непросвещенные. А в принципе, Epoch — это уже не про зомбо-выживание. То есть зомби — это здесь явление такое, дополнение. В основном тут идет все-таки упор на PvP. И проходят они в основном на миссиях. То есть вот на карте можно увидеть, опять же, вот этот красный круг, да? А в данный момент там сейчас активна миссия. Машина! Машина! Вот. И народ туда стягивается за вкусным лутом, но в основном, я так полагаю, стягивается чисто, чтобы постреляться в
Вот. Оружие добывается здесь очень просто. То есть вы видите, у меня уже какая пушка навороченная. Вот, кстати, ну, как я сказал, тут уже разновидности 7 сотен около оружия. У меня же тут пока АЦР, Хаммер, СД. Вот. С названиями тут тоже какие-то проблемы. Нашел вертолет. Вот. Причем он стоит. Ё-моё, а чё такое здоровое здание стоит? Такое ощущение, что он из обломков собран, и вверху вертолет стоит. Это мог это человек база, собрать? Это база, да, это база, скорее всего, чья-то. Кстати. Но это пипец, какая большая база, как ангар, только раза в 4-5 больше. Её, кстати, разрушить, я так полагаю, еще можно. Да, мощными взрывами. Да. Я вот сам сейчас забежал в город и вижу, что здесь платформа прям на здании построена. Попробую постучаться им в дверь. Если не получится, пойду за машиной, которая находится на той стороне. Так. Просто у меня тут выбор, вертолет, всякая штука, либо там вот машина, причем большая. Типа газели. Так. А я тут потихонечку продвигаюсь к магазину. Сейчас меня могут встретить какие-нибудь тенные личности, отгопать, отстопать всячески. Так, вот этого вот красавца снимаем. Так, и вот этого. Чё у вас по оружию? Я чё, хаммер не заглушил? Да, это люди построили, но тут в воздухе лестницы это висят. И тут надо сказать себе, это армия, сынок. This is Arma, this is Daisy. Да, это реально, прикинь, люди построили. Это офигеть какая база. Это офигеть какая база. Это чу... это офигеть. Ты смотри, тебя сейчас могут там накрыть. Там, как правило, снайперы тусуют. Мне кажется, вряд ли тут ребята онлайн даже. Охраняют свои владения. То есть ставят на там, двери, замки с кодами. И так далее. Опять выстрелы слышу. Вы слышите? Да господи, я уже и так убавил. Какие-то у меня наушники странные. Unlock дверь, допустим, 2-9. Я... Ой-ой, кто-то разговаривает. Кто-то разговаривает пытается. А, это вообще, ну... Кстати, туда нельзя разговаривать, так что не советую. Да. Кстати, вот ты там стреляешь, и ты говоришь, что у тебя наушники такие... Мне кажется, что у тебя башка скоро лопнет от таких наушников. Просто прикинь, если мы слышим, как... Как громко это звучит, а я... Эй! А как у тебя там в голове? Юнфи Стар Анкон Сюсин, 295 секунд. Это что значит, я пытался замок открыть? Ну, теперь ты какое-то время не можешь двигаться, наверное, да? Это типа я взломать хотел? Нет, в смысле, ты... у меня черный экран, а типа... Infistar.dnconsus281. Это тебя, походу, хозяева нашли и вырубили, это ты без сознания лежишь. Да? Да? Не, это скорее всего, знаешь, если код типа неправильно делаешь, нажимаешь unlock, это чтобы не взламывали дома, скорее всего. Да, скорее всего. Охереть, 300 секунд, ёкало на мане. А, да, ну ладно. Я сейчас 300 секунд буду лежать, что ли? Ну, типа того. Ладно. Так, чешский нашел этот пакет, а что-то он так не такой уж и большой. Этот у меня тоже где-то настолько же слотов, чуть больше даже. Полежу я возле дома. Я смотрю, ты все лежишь. Ну лежи. Ну лежу и не встану больше. Я, короче, нашел другую машину, у нее колеса целые, я сейчас снимаю колеса. И если я их сейчас наснимаю, то я поставлю их на ту и приеду. Такие винтовки лежат, я вот просто на них смотрю, да, и понимаешь, слюни текут. В принципе, но мне их, во-первых, некуда класть. А во-вторых, просто нет надобности в таких пушках. Потому что тут и без того их очень-очень дохрена. Вертушка? Да. Ты вертушку нашел? Да, летает он, Мишка. Зависла в воздухе. Мышка на ручка хвостиком махнула. И все. Яичко упало. Упало. И все, евнух нахрен до конца дня. Яичко упало, и я отжарюсь. В общем, что еще хочется сказать? Что все, что мы находим в процессе, это, допустим, машины, пушки и так далее, все, что мы на себя можем заволочь, можем утащить в города, грин-зоны, и продать их. Все, что мы продаем,
так или иначе копится, у нас там денежки, там банк, бла-бла-бла, и на них мы можем уже и покупать то, что нам нужно, что необходимо. Это как стройматериалы для постройки нашей базы, там все необходимые, либо тоже оружие, вертолеты, машины, танки, все, что захотим, все, что душе угодно. Вот, в этом, собственно, и заключается песочница данного мода. Кто-то завел машину? Блин, да неужели, что-то не так у меня, ладно, сейчас я куда-нибудь отъеду. Ты уже на машине? Ну да. Кто-то пукнул? Господи, да почему так хорошо? Есть догадка у меня. На-на-на-на-на-на-на. Сейчас решу я эту траблу. Нет, все равно, блин, господи, what the fuck. Почему вы это слышите все? Ладно, давай на 50% поставлю музыку. Да, я уже машину на ходу сделал. Я же сказал, что я колеса скручивал с одной на другую, перенес, и теперь я могу ехать. Так, тут, короче, спит стоя конь. Конь? Я, короче, подошел не к банку. Тут такая домик такой. И тут тип стоит в смокинге. И у него здесь сейф еще стоит. Ну, причем мы можем банк. Так, золотые монеты. Сколько мы можем положить? Можем положить максимум в банк 250 тысяч золотых монет. Понятно? Что очень нахрена? Что очень? Да. Вопрос, Варпач, ты уже далеко от того города, куда мы договорились? Я до сих пор еще лежу. А. 30 секунд осталось. У меня самый занимательный геймплей среди вас. Больше ты не будешь пытаться взламывать чужие дома. Вот так вот оно. Наказывается. Блин, а я, кажется, голодный. Я уже по сути, правильно, потому что если... Так можно легко комбинацию подобрать, там всего 3-значное число. Да-да-да, кстати, у меня есть отдельное видео, где я вот именно подбором взломал чужой дом, зашел туда и облутал его. Только в путь. Так что, да, тут очень жесткая система. Все, 0 секунд, и я встал. Я просто как без сознания, короче, я валялся. Но меня спокойно могли убить тут каждый второй шкальник. Mm-hmm. То, что ты был без сознания, как бы да. Ой, тут Петрович. Петр! Пошел нахер! Я тут поползу, короче. Я не знаю, до машины мне пойти, не пойти. А слушай, машины нет. А нет, там есть. Лис, я нашел пистолет. Ты знаешь, что это значит? Да. Кстати, Лис, а ты где едешь? Я еду в тот город, в котором мы договорились встретиться, я не помню его название. Ну все, понял. На Л. Понял. Я уже в нем. Ты где? Я далеко еще. Скажи, где ты, я заеду. Сейчас скажу. Я в Хутвиль. Хутвиль. Он прям на окраине, там красный, так красный флажок стоит, если у тебя стоит. Короче, от этого города Люнценбург, пониже и налево. Хутвиль, прям большими черными буквами написано. Вообще не близко. 6 километров, ладно, еду. Ну, ладно, хоть на машине. Тут но козел. Колесо сбитое одно, и мне тяжело ехать. А че у меня все зомби ползают? Не знаю. Ты смотри рядом, может они как наживка на людей. Вот. О, я нашел точно такую же пушку, которая как у меня. Я долго плавать, кстати, могу? Ну, прилично. Я просто вижу машину, я прям, вот если переплыву, я прям... И правда, я нашел точно такую же пушку, как у меня, и сейчас ее... Слушай, а Лиз, как разрядить оружие? Да, как бы просто... Оно разряжено, рожки не использованы у тебя в инвентаре. И даже тот, который ты используешь, он в инвентаре у тебя сразу. Понял, то есть если я нашел точно такую же пушку, я из нее патроны не выскоблю, потому что тупо их там нет. Оп, подожди секунду, я тут мимо трупа проехал. Ага, ПВПшится кто-то. Ага. Машина стоит и вокруг нее стрельба. Да ну нафиг, я поехал отсюда. Ой-ой-ой, трупов сколько, ой-ой-ой. Это не моя война, да? Ну не... просто понимаешь, у меня 3 патрона в обойме. Так. Скупщик автомобилей. Я по суше плыву. Эй, в смысле? Все, не плыву.
Так, в общем, я меняю свое направление, двигаюсь, знаете, куда? В... Ты в нашу сторону двигайся, мы к тебе приедем. Мюнхенштайн! Вон туда двигаюсь, там есть кольцевая. И если к тому моменту вы не подъедете туда, я двигаюсь туда. Офигеть, так, подожди, прикинь? А где Мюнхенштайн? Мюнзиген вижу. Новая деталь мода, хочу сказать вам. В торговых зонах больше нельзя кататься на транспорте. А, да ты чё? Да. А, ну помню, очень много было Батхёрда, связано с тем, что там блочили всяко разно. Да чужие машины продавали, кстати, еще. Мюнхенштайн, вижу. Вижу Мюнхенштайн. Мне до туда 3,5 километра, так что я двигаюсь и... Мне 2-300 мне до туда. Ребят, кто-нибудь из вас попробуйте нажать правой кнопкой мыши на Toolbox. Так, допустим. Есть функция Deploy Bike или что-то в этом духе? Да, есть. Понятно, вы можете скрафтить себе велик и на нем ехать. И еще мы его можем скрафтить. О, реально, слушай. Какая прелесть. Но мне он пока не нужен, у меня река. Вот и славно. Блин, ну на самом деле это так казуалит сервер вообще дико. Ну да. Да, нормально. Так, это медик. Где продать под машину можно? Я ты там лучше приедь, зачем ее продавать? Подожди. Если у меня есть велик, я могу приехать лучше на нем. А машину, пока я не просрал, лучше продать. Помню, как вот у меня на одном из серверов Apache Pantera была ситуация, что я ехал на мотоцикле. Во что-то въехал или что, у меня заднее колесо отказало. И я не знал, что мне делать. И именно вот тогда я нашел дом, который был запаролен. Я его распаролил, взломал, утащил оттуда колеса. Починил свой этот байк и уехал. Скажите, как быстрее плыть? Он очень медленно плывет. Ну, не знаю. Сейчас быстрее стал. 2 раза вперед нажал. А тут есть холл? А, он меня пить хочет. У меня есть вода, но надо будет это переплыть и попить. Наша знаменитая Анечка отправляется в приключение. Ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. И все так же валит из сраного Хунзинбайгера там, да, или как он там называется. Но. Блин, а куда надо подъехать, чтобы продать машину? Вот опять машина. Ну да. Куда-нибудь, наверное. Ты я вот в Эпох вообще не играл. Ты уже хочешь продать машину? Ну, Хаммер свой. Ну, это дохрена денег. А, это не, можно на машине ездить, но нужно делать это медленно. Ну да. Это Хаммер. Естественно, будет стоить дохрена денег, кстати. Так нифига, ты сейчас там оставил машину, ее любой мог взять, что ли? Но. Да, вполне. Офигеть. Еду я такой на велосипеде. Еду. В общем, у нас сейчас основная цель, помимо отстройки базы, это все-таки найти друг друга. Да. Так, я в Гомс заехал. А я продаю. Плыву. Но машина, по сути, вроде целая. Она прям стоит, нормально, грузовая машина. Газель. Фига себе, 18 тысяч золота. Хера себе. Стоит? Продал я вот. У меня $10 золота. 18 тысяч? Да. Че можешь купить? Самолет? Не знаю, сейчас посмотрю, что. Нормально. Ну, самолет за такие деньги. Нет, самолет не купишь явно. А тут вообще есть самолет? Да. Да. Этот, как он? Оспри. Я так полагаю, тут немножко отличается от той же Пантеры финансовая система. Да, сильно ее и поменяли. Оружейная сумка, к примеру, Лёва, помнишь ее, да? Большая самая, которая, она стоит 7500. Зато вот какие-нибудь попроще рюкзачки, они стоят 60 золота. И все в голде, да, получается? Да, койот 9000 золота стоит. Так, сейчас оружие скажу, сколько стоит. Но серебра нету, как раньше. Нету, только золото. Тогда уж сразу доллары бы сделали, чё уж. GPS 1800 стоит.
А это у одного продавца все там? Нет, тут куча продавцов разных. Так, ну вот я все ближе-ближе подъезжаю к машине, подплываю, и я понимаю, что она целая, сука, стоит. Вот целая машина. Она может быть закрыта, понимаешь? Ну а, блин, тут нет никого рядом, и она, походу, тут спаунится. Не знаю, может быть закрыта. Она на склоне таком. Ну, блин. Ну, в общем, винтовки... О, тут КСВК есть, офигеть! Я люблю этот сервер. КСВК — это снайперская противотанковая винтовка образца русского. Вот. Калибр у нее 12,7. Там что шуршит, блин? Это у меня. В общем... Калибр 107? 12,7. Ты чё, калибр 107 это где такой? Это на каком-нибудь этом... Как его? На... авианосце каком-нибудь у пушки, знаешь, может там калибр 57. Чисто полгорода снесло к херам.